Здравствуйте, друзья! Обзор зала, в который я уже хожу неделю с лишним. Здесь мне нравится. Все довольно неплохо оборудование. Есть стойки, это тяговые, соответственно, вертикальная, горизонтальная тяга на спину, жимовые стойки, куча железа, блинов на штанге, стойки для приседа, скамьи для жима. Различные. Вот здесь довольно большой набор гантелей и гирь. Гири это вообще, я очень люблю это дело. Здесь еще железо. Это вот железная комната такая, более суровая. Ну и есть даже для силового экстрима бревно и стойка для армрестлинга. Вот. Зал сочетает в себе уютную такую качалку из 90-х и при этом, ко всему прочему, сделан в соответствии с современными стандартами и нормами. Вот. Грубо говоря, там гриф и все, я понимаю, это все под олимпийский стандарт сделан. Тренер здесь, мастер международного класса, судья международной категории. То есть таких я вообще у нас в городе довольно мало видел. Честно говоря, вообще не видел. Вот. Очень грамотный дядька. 14-го здесь будет день открытых дверей, свободное посещение. Вот. Кто хочет, приходите. Я знаю, что точно со Скитима кто-то посмотрит. Вот, даже знаю этих людей, вы давно уже собираетесь пойти. Вот февраль месяц, самое подходящее время. Ну и вторая комната здесь. Раздевалка, туалет, все стандартно. И здесь аэробика, оборудование всем необходимым. Тут гимнастические шесты, коврики, гиперэкстензия, велотренажеры и изюминка, на мой взгляд. Это арбитрек, эллиптический тренажер, который позволяет людям с высоким весом заниматься аэробными нагрузками, вот, имитируя беговые движения, при этом сохраняя колени и избавляя их от ударных нагрузок, тем самым минимизируя повреждения суставов. Это скамья Скотта для бицепса, соответственно, прямые грифы, зигзагообразные грифы, мячи, вот, пандусы. В общем, все, что нужно, в зале имеется. Такая тренажерка рядом с домом. Так что, для тех, кто не в Искитиме, тоже идите у себя в зал. 100% уверен, у нас в городах есть. Очень уютно. А те, кто в Искитиме, хотя бы там человек 10 точно будет посмотревших, приходите. Это Южный микрорайон, рядом с 13-м домом. Здание с такой огромной бочкой. Только вход с обратной стороны, с другой. Не со стороны бочки, а со стороны 13-го дома. Я тоже занимаюсь. Это, собственно, я. Привет. Включил программу «Антискуф». Готовимся к лету.